Всем привет, снова в Панине, меня зовут Сергей, канал Антона. Снимаю 562-й металлфаковский пресс-подборщик. Весной я его хвалил, и сейчас вылезли с ним проблемы. Какие проблемы? Позвали нас его посмотреть, поремонтировать. Но это они сейчас сняли, я не знаю, почему тут. В принципе, не знаю. Первая проблема была в подборщике. Постоянно срывает этот болт, который предохранительный болт. Какие бы болты ни сняли, его все равно срезает. Пришлось затянуть болт на глушняк и сваркой капнуть в трех местах. Дальше, значит, прессу, наверное, сейчас скажу, какого он года, я уже говорил, 16-го года, то есть на нем 3 сезона отработали, около 4000 он как бы сделал, больше 4000 рулонов он сделал. Какая проблема еще вылезла? Ну, я никогда не думал, что до такой степени этот пресс сделан в эконом-варианте. Почему? Потому что, ну, на моем прессе за 450 тысяч, за 500 тысяч, класс 46 идет три шланга, здесь один шланг, плюс вот эти вот здесь стояли два клапана, которые мы их выкинули, сейчас просто не нашли штуцер такой переходной, чтобы на разрывную муфту поставить, это все тоже выкинули, он тоже мозги парит, этот клапан. Но самая большая проблема была, это в обвязке и в флажке. То есть, во-первых, он уже неравномерно закрывается, то есть вот расстояние на защелке предохранителя какое. А здесь я больше. То есть он то ли криво крышка уже, то ли непонятно. Вот с этим тоже надо разбираться. Этот сзади хлопушка, которая выкатывается рулон, она вот брак заводской, она шлепает вот сюда, то есть задняя крышка у него самопроизвольно, то есть нету секции подключения гидравлика, она самопроизвольно хлопается, то есть я нажимаю рычагом закрывания, она падает со всей силы, этот скат бьет вот сюда и гнет эту всю заднюю крышку. Пришлось наварить туда пластину, чтобы он не до конца подымался. Так, вот с хлопушкой, то есть самые большие проблемы, потому что вот этот флажок не подымался. Вот сейчас они его переставили на место, а так ставили сюда и сюда, он забивает его полностью, вом встает и флажок не срабатывает. А флажок здесь нужен для обмотчика. То есть, ну да, вот здесь пытались мы регулировать, что-то там получилось вот этой тягой и вот этой. Это по задней хлопушке, по обвязке. По обвязке у нас получилось что? То есть за 4000 рулонов что произошло? А произошло следующее. То есть здесь нитка протягиватель вот этот, вот он, видно, что нитку режет, набил себе канавку. То есть здесь наваривали, все шлифовали. Дальше все эти кольца то же самое, набили себе канавку и прорезали дырку, нитка везде рвалась. То есть вот это все наваривали. Вот даже видно. Вот здесь канавка уже набита, тут еще 200 рулонов не намотали. Вот сейчас. Вот. Вот уже есть полоса. То есть вот так. И вот эти поменяли уже. На этим этот поменяли. То есть постоянно рвало нитку. Этот ролик поменяли. Этот ролик. Вот. Видно, как на ограничителе по обмотке. Прорезь. Это уже перевернули. Повернули ограничитель. Вот так он
ниткой прорезал. И самое большое вот здесь было. Вот это новый стоит, и уже, то есть 100 рулонов, уже место есть набитое. Может быть, нитка как бы, ну не знаю. Больше как бы других геморроев с этим прессом не было. Но мне не понравился. Сильно больно эконом вариант. И вот эти вот фиговинки, вот по, то есть сама вот нитеулавливатель и ролики, вот эти два ролика, то есть там три элемента у нас в торжке обошлись чуть ли не 5 тысяч рублей. То есть фигня копеечная, мелочная, токарная. То есть денег просят за него, как за настоящий немецкий пресс. Так что вот так. Я бы не советовал. Ладно. Ну им уже сколько? Большие? Полтора-два, да? Год. Год им, да? Ну то есть они, видать, то есть покрыты были кудрявыми этими, да? Нет. Это покупные. Сбоку прицел. Ну это ты хочешь сказать, все черно-пестрые? Не-не, вот этот, да. Черно-пестрый, чистый черно-пестрый. Ну, покупные, как он, знаешь. Калининского? Да. Ну вот он явно видно, что черный пестр покрытый, блин, этим. Но я не знаю, конечно. А вот это вот, ты имеешь в виду ваш, да? А это где Форд, Мит, Горин. Угу. И вот коровы, да? 3-4, да? А это все молодняк полугодовалый, да? Побольше, но у меня проблема была. Чувачок херово кормил. Ага. Это основная проблема. Я выбирали. Сейчас вот денчик кормит получше. У меня вроде получше. Ну вот эти за полтора ушли. Ну это все ждут. Это вот поются по этой. Завтра будем откачивать, все накормим. А это уже? За полтора получше. А все эти рыжие там стоят. Ашквашка. Пошли глянем этих. О, блядь. А это эти коровы? Вот это стадо коров, да? Ну, я вместе с прессом сделаю одно видео, да. Так что, и Романовка, и Калининская наша. Это все Герефорды, да? А все телята сосут, да? Подсосные все. То есть, вот эти все большие, все чисто под мамками. То есть, Герефордов вы не... Да. Вот бык стоит, да? Видишь, Серег? Вот башка у него, видишь? Кучерявая. Я же тебе говорю, вот этот черно-пестрый, он как будто как им покрытый. Не-не, я он-то привезенный, может, в Калининском, то есть покрывают они. Ну, а у них есть, может, материал просто. Но, как показывает практика, доминирует ген Герефорда, и вон они все выплевывают рыженьки. То есть он именно по рыжим должен быть, да? Ну, как вот пока что все рыжие. Вот они где-то с оттенками, как бы. Это ты говоришь про черную пестрых, который покрыл вот этот Герефорд, да? В этот сезон выплюнул все. Мордочка белая. Из четырех три, а одна такая кофе с молоком. А в том сезоне... Ну, одна тоже. Остальные вот все для меня.
Ну ладно, пойдем разбираться с этим трактором что-то. И трактор с поля. Ну это я снимал уже, вон стекло раскорачили с косилкой. Вот это самый нормальный. Причем крылья интересные, я до сих пор не знаю, чего они такие. Этот тащит, стучит он что-то. Сейчас его заведем, попробуем. Стоит ли его вообще заводить, Серег? Поддон может. Ладно, сейчас посмотрим, что там будет. Можно поддон скрыть, думаешь, да? Да, недолго. Ну давай сперва сольем, посмотрим. Мне что-то кажется, что это вот этот клапан. Мне не кажется. Что, стуканул все-таки, да? Что-то, блядь, снизу. Смотри, Серег. Сейчас посмотрим, что там в поддоне, может, что-то будет.